А ты шо? А он шо? A few minutes later. И после всего этого ты стала их крестной матерью. Понятно. Да, там 4-4-7. Да ничего. Давай, все, счастливо. Ошиблась с номером. Витаю, друзья! Подписывайтесь на мой канал, если зашли в первый раз или зашли во второй раз, но еще не подписались. Тут мы говорим о рассеянном склерозе и еще о чем-то. Йога при рассеянном склерозе и медитация при рассеянном склерозе. Вы, наверное, много видели видео с подобными названиями. Даже есть один канал, который называется «Йога при рассеянном склерозе», ну или что-то подобное. Я обоими руками за. К сожалению, с ЕДСС, выше 4 баллов занятия йогой может быть проблематичным. Ну, и, разумеется, существуют некоторые асаны, это позы, некоторые асаны, которые направлены на растяжку, и их, в принципе, можно выполнять с ЕДСС и большим. Все зависит от человека и от его желания. Сегодня я хотел бы рассказать об одной позе в йоге, асане в йоге, которая называется шавасан. Шавасана с санскрита обозначает труп. Ну, отлично, поза трупа. Вот. Поза трупа имеется в виду, как внешне этот человек с распростертыми руками и ногами, так и внутренне. О, обнаженные тела меня окружили. Практически окружили и практически обнаженные. Это управляемая медитация. То есть вам говорят, что нужно делать, когда нужно делать, вот, а вы просто это делаете. Я считаю, что это лучший вид медитации, где ты просто лежишь, ощущаешь свое тело без анализа, который я вам расскажу. Кстати, ссылка на нее будет в описании под видео. Она в течение 15 минут говорит, обещает полное расслабление тела, вот, и концентрацию на своих ощущениях. Разумеется, не всегда можно сконцентрироваться, если у тебя дергается какая-то конечность, я имею в виду, непроизвольно дергается. Там рука, нога, ну, в моем случае нога, и вот ты лежишь, расслабляешься, и она дергается, и как-то это сбивает с расслабления. Но иногда бывает так, что все получается. Мне понравилась именно эта управляемая медитация, потому что, во-первых, мне понравился ее голос. Вот другие голоса в других медитациях были немножко, ну, лично мне неприятны, не особо приятны, а этот голос такой нормальный. Но в этой практике есть такой момент, когда тебе предлагают расслабиться в течение нескольких минут, сосредоточиться на своих ощущениях, вот, и она обещает, что несколько минут побудьте здесь. Это имеется в виду в этой медитации. Но проходит меньше минуты, и она говорит: Постепенно возвращаем внимание в тело. и ты такой: девушка, куда вы спешите? Вы успеете? Ну, в любом случае, пробуйте эту медитацию. Ну, лично мне она зашла. Я бы назвал ее качественной, интересной, и есть такое слово у молодежи, как годной. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, описывайте свой опыт с йогой. Интересно будет прочитать. Всем здоровья, всем мира. Вот, соблюдайте боевой дух, не сдавайтесь. И верьте в то, что все будет хорошо. Пока.